здорово! Этот год был сложным и нудным. Этот год вымотал вас, меня, вон Бенза. Бенз, не грусти. В нем не было путешествий, свежего воздуха и великих свершений. И все, чего я желал вам в прошлом году, не случилось. Поэтому в этом году я скажу лишь... Погнали в следующий год! В этом выпуске цены кусаются. Петарда в петарде. Сложный выбор. И фейерверк на максималках. Посмотрим, куда мы идем в новом году. Новогодняя ночь, время фейерверка. Но вот ребята из следующего видео решили начать торжество чуточку раньше. Что из этого вышло? Ну а сами как думаете? Охренительное, естественно, зрелище. Фейерверк на максималках. Делай, брат! Смотри, смотри, смотри. Не надо забудовать. Не надо. Дари. Ну, как говорится, в Новый год с новыми окнами. Хотя зря он, конечно, стреманул за ВДВ сказать. С этой фразочкой все намного эпичнее бы выглядело. Не надо за ВДВ. Не надо. За ВДВ! Но в целом, как чувака попросили... Делай, брат! Так он, собственно, и исполнил. От души, брат. Правда, я не совсем понял, зачем вот эта фраза прозвучала. Не ори. Какой смысл не орать, если мгновением позже ты в окно и адским грохотом дал половине двора просраться? Испугались? Обосрался. В общем, поздравление у них вышло так себе, тут ничего не скажешь. И помимо уборки стекла в хате, ребятам теперь придется еще искать ответ на вопрос поважнее. Что делать, что я батю не скажу? Не мне вас учить, что после бурного отмечания новогодней ночи за руль лучше не прыгать. Иначе вполне есть вероятность оказаться в шкуре Станислава Владиславовича из следующего видео. Сложный выбор. Станислав Владиславович, алкотестер будете продувать? Прибор алкотектор будете продувать? Нет. Хорошо, тогда я вам предлагаю пройти медицинское свидетельствование на состояние опьянения в городе Калининград на улице Барнаульской в медицинском учреждении. Согласен. То есть медицинское свидетельствование будете проходить в больничке? Ну, едем на Барнаульскую? Нет. Не поедете? То есть отказываетесь? Согласен. Так вы согласны или отказываетесь? Согласен, отказываюсь. Отказываетесь или согласны? Вы скажите мне. Отказываюсь, или... я не знаю, отказываюсь. Отказываетесь? Отказываюсь, согласен. Вы скажите уже точно, отказываетесь или согласны? Отказываюсь. Да, вот это я понимаю, дипломат от Бога. Чувака с такими талантами можно смело на любую стрелу засылать. С твоим... Будет так же. Согласен, отказываюсь. Блин, ну неужели не ясно, что Стасон угашен? Щит! И в данный момент для него любые вопросы все равно, что экзамен по квантовой физике. Пить будешь? Согласен, отказываюсь. Нет, блин, надо в волю постебаться над человеком. Издеватель! Вы только посмотрите, как искренне он вглядывается в глаза инструктору, надеясь увидеть там хоть какую-нибудь подсказку. Ну, едем на Барнаульскую? Нет. Не поедете? Зато вот от продува алкотестера Стасик дал очень четкий отказ. Видать, знает, какие хитрости там могут устроить. Слушайте, а может за кадром осталось что-то недосказанное? Что если дело во Владике происходит, а мент ему без задней мысли заявляет... Предлагаю пройти медицинское свидетельствование на состояние опьянения в городе Калининград. Ты что, гонишь, что ли? Естественно, Стасян на чё присел и начал дурака включать. Излагаю все как есть. Отказываюсь, согласен. Короче, ладно, раз он от всего отнекался, то сейчас его в отделение повезут. Ну а там уже придется официальный письменный отказ сделать. Держите ручку. Вот здесь вот подпись. Зарядиться энергией после празднования Нового года понадобится многим. Ну, может, не прям завтра, но через недельку уж точно. Правда, данное действие может довольно болезненно ударить по кошельку. Цены кусаются! Ну, не делаете кофе? Делаем. Ну, что делаете? Ну, 36 гривен будет. Сколько? 36. Это что? Сука! Thank you.
36! Да, бабуль, ты и без кофе взбодрилась. Еще и среагировала так, будто ей сумму побольше назвали. Это 1578. Сколько? Блин, эмоции, которые она выражает, это просто один в один, как у меня на протяжении всего прошлого года, когда я курс рубля узнавал. Доллар выше 80. Сколько? Это что? Кстати, если перевести 36 гривен на наши, это получается где-то 100 рублей. Что, в принципе, может быть и недорого даже для самой женщины, но все познается в сравнении. Например, если накинуть еще четверку, то вполне себе можно приобрести... За 40 гривен штаны! А тут какой-то кофе за 36. Так что, в принципе, в той или иной мере я солидарен с бабулей. Сколько? 36. Это что? Да-да. Но вот Борис-то, конечно, зря зажмотился и бабушку не угостил. Так бы, глядишь, и заработал респектоса у местных бабок на районе. Ну а теперь земля ему пухом. Я уже договорилась, за тобой едут. Последний понедельник живешь. А сейчас будет небольшой фейерверковый лайфхак. Особенно он пригодится тем, у кого финансы ограничены, а хочется, чтобы новогодние праздники как запомнились. Запуск кастрюли! Давай! Макс, давай не будем, а? Уже поздно. Че, снимаем? Ну, конечно. Лиля, 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 Лиля! Смотри, что сделали. Не дай бог она мне стекло разобьет, я его убью. Идиот, где кастрюля? Хо-хо-хо, нормально там жахнуло. Да чел свой черпак на околоземную орбиту вывел, не меньше. Давай не будем, а? А если будем, то давай. Вопросы операторша, кстати, правильные задает. Идиот, где кастрюля? В натуре, где она теперь? Хочется верить, что кастрюлька безопасно приземлилась куда-нибудь в снег. Но судя по количеству жилых дворов вокруг, я бы на это сильно не надеялся. А еще я жестко угорел с вот этой фразочки. Лиля, 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 Лиля. Лиля? Они всерьез назвали собаку Лилей? Не то чтобы я имел что-то против, но называть животных человеческими именами, это как-то... Неправильно, В любом случае, я рад, что Лили не повторила подвиг Белки и Стрелки. Ну а ребятам я бы посоветовал приобрести себе новую кастрюлю. Потому что если случится чудо, и они ее все-таки найдут, то первая же варка супчика закончится как-то вот так. Знаете, о чем половина страны будет мечтать завтра с утреца? Конечно, знаете. Ну а так как Новый год — это такое время, когда мечты сбываются, то вуаля. Полевая помощь. Еще за руль. С удовольствием бы полечиться. Минералочки? Минералочки, да, давайте. Или рассолчик лучше. Вот это я понимаю, реанимационная поляна. Вы только посмотрите, там и огурчики, и помидорчики, и бутеры со шпротами. Все там есть. А сбоку еще и скорая стоит. Походу, нагрузочка у местных врачей ого-го. Как бы они там сами похмелевирус не подхватили. Я не могу сейчас, я больного принимаю. А вы все так принимаете больных, да? Ну, пойду со мной. Вот в таком состоянии. А все почему? Да потому что у местных обитателей этот райский оазис явно является важным опорным пунктом. Старичок, идем на пикничок. И к этим уважаемым господам сейчас еще и операторша добавится. Пусть она и говорит. Еще за руль. Но огурчик-то в конце все равно цепануло. Вот он. Но винить ее не в чем. Кто в своем уме мимо таких ништяков пройти сможет? Так что я не удивлюсь, если все ее запланированные дела смело пойдут и домой операторша уже как-то вот так завалится. Ой, мама, устала, наверное. Ой, обоссалась еще. Твою мать! Отправляя гостей по домам после праздника, убедитесь, что они хорошо напоены. Ну, то есть напоены. То есть накормлены. И вот с первым пунктом вроде как все понятно, а вот из-за второго могут возникнуть совсем неприятные казусы. Чипсики. Блин, она так вкусно хавает, что мне аж самому чипсиков захотелось. Как представлю, как они божественно хрустят у нее во рту.
Ну и грязь с песочком тоже на зубах хрустят. Но это все мелочи. Кого они волнуют? Уж точно не эту даму. Как вкусно. Если подумать, то я ей реально завидую. Насколько же надо вознестись над жизненными проблемами, чтобы с таким похренизмом жрать захарканного пола и при этом не бояться подхватить целый букет сральных болезней? Я в своем познании настолько преисполнился. А если это еще и не ее чипсы, так вдвойне офигенчик. И вкусно, и халявно. Смекалочка. В общем, я считаю, девчуля проводит отличную тренировку своей иммунной системы. Сейчас она с закусоном разберется и примется за основное блюдо. Ну а там уже подвергнется стресс-тесту нервная система окружающих. Очень трудно удержаться и не начать праздновать Новый год до его наступления. Поэтому поход в магазин в этот период может оказаться не самой легкой задачей. Новогодние непонятки. Дайте мне, пожалуйста, сок. Нет у вас. У нас нет, сука. Какой вы хотели бы? Яблочный. А? Яблочный. Не, яблочного нет. Простите. Персик. Ну, нету. Апельсин. Есть. Дайте, пожалуйста, какой апельсин? Апельсин? Литровый, двух? Литровый. Так, стоп. Что-то я вообще ничего не понял. У нас нет сока или у вас нет сока? Нет у вас. У нас нет сока. Какая неопределенная продавщица. Спасает тетеньку только то, что запасы сока закончились не по ее вине. Ну, судя по ее виду. Должен признать, выдержка у мужика стальная. Он терпеливо дождался находящийся в наличии напиток, хотя мог предложить и свой вариант. Дайте мне, пожалуйста, сок. Из моих... носок. И знаете, тетеньке ведь еще работать, поэтому ей необходимо срочно взбодриться. По старому народному рецепту, разумеется. Собираем разные травы, их вывариваем. Потом это все снова до текучей смеси и в чай добавляем. А потом это опять тоже все штырит, колбасит, короче, бежишь просто. Правда, с этим лучше не перебарщивать. Есть один побочный эффект. После этого чая ничего не помню. Ну а пока оливьешка в тазиках стремительно идет на убыль, предлагаю употребить кое-что пикантное и жаркое. Да настолько жаркое, что главному герою даже пришлось до труселей раздеться. Грешники! Попались грешники! Ой, он ку! Смотри, у меня такие трусы, блин. Второй такой. Ты так куда лысый, ты так куда, блин? Нормально. Слушай, давай полицию вызовем. Она пойдет сейчас. Ну и финалочка, ну. Слышь? Ну? Слушай, может, полицию? Да. Спецназовец. Господи. А, не, не спецназовец. Боже мой. Смешно, потому что... Ой, упал, он живой там? Нормально, нормально, нормально. Давай, 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 давай. Ни хреновый у них там движ. Только зачем? Неужели дама не смогла как-то задефить ситуацию и с самого начала все подробно пояснить мужу? Я вам серьезно говорю, жопу, я с ним не спала. И рот не давал мне. Тем более, судя по количеству перевязанных простыней, времени на это было предостаточно. С другой стороны, эта ошибка позволила парнише получить дозу адреналина до такую, что не на каждом аттракционе цепанешь. Балконы! Балконы! Потенциальный рогоносец, кстати, тоже не из умных. Но нахрена надо было махать руками и гонять по лестнице, когда гораздо проще было отвязать простынку и все, делов-то. Но самый смак видоса — это, конечно же, бабуля. Такое ощущение, что она с веником, с спецом на балконе днями напролет дежурила ради подобного момента. Видать, эти двое этажом выше настолько расшатали ее престарелую нервную систему, что иного выхода ей просто не оставалось. Потолок как будто трясет, прям вот это скрип, там... Одного только не пойму. С хрена ли под балконом толпа такая? Неужели эти любовнички так громко шпехались, что их весь дом задолбался слушать и вышел на улицу, дабы от шума хоть немного отдохнуть? Давай прыгай, какашка! В общем, вопросов много, а ответ один.
Сдается мне, если это галимая постанова. Алло. Реклама? Так. И сколько заплатили? Ага. В общем, это был вирусный ролик шоу «Опасные связи». Смотрите на че. В новогоднюю ночь многие вещи исчезают совершенно молниеносно. Например, оливьешка на вашем столе, а еще доверие между двумя героями вот этого видоса. Попробовала шишку. Take a bite of this. It is good. Oh my god! Emily, stop! Emily, let go! Emily! Emily, stop! Emily, stop! Just call me or do it! No, Emily! You have pine cone in him. Да уж, сперва я подумал, что чувак ей не ту шишку подсунул. Но когда увидел, что она как бульдог вцепилась в это запретное лакомство, то сразу понял, что челик все сделал правильно. Хотя какой там правильно? Разве не видно было с самого начала, что Эбели угашена похлеще Станислава Владиславовича? Отказываюсь, согласен. Она ведь могла элементарно подавиться, а то ведь и того хуже. Где он вообще эту шишку взял? Неужели не нашлось чего получше, чтобы девушку угостить? Хочешь сигарчуху? И почему никто из присутствовавших на пати не попытался хоть как-то тормознуть все это мракобесие? Блин, Аня, бери! В общем, надеюсь, кто-нибудь сообразил для бедной Эбели нормальный хавчик. Пожаренный апельсин, например. А лучше бы отправил ее домой, подальше от этого любителя хвойных изделий. Ну и что-нибудь в дорогу ей с собой дал. Только не чипсы, разумеется. В этом году все кафе с ресторанами не устраивают новогодних пати. И потому большим компашкам может быть тесновато на вписке на чьей-нибудь хате. Но тесно не значит скучно. Подсечка! Ни хрена у них там боулинг. Атака была настолько стремительной и вероломной, что девчуля, небось, даже не успела осознать, чем ее так пришибло. Мама! Вызывай ГИБДД! Меня машина убила! Самое главное, что пиво она таки не выронила. Вцепилась в него мертвой хваткой, будто от этого судьба мира решалась. Мое почтение. А вообще она какая-то странная. В ее ситуации любой футболист уже растекся бы по полу в приступе истерики. Она поднялась и даже не взглянула на свою обидчицу. Мне вообще... Ощущение, что она как биоробот продвигается к своей цели. Какой? Да хуй знает. Видать, на столе закусон к пивасу вкусный. И главное, успеть к нему, пока с другой стороны очередной обламинго не прилетело. По-любому у вас за окном уже вовсю хреначат салюты. Но знаете ли вы, какой ценой некоторые из них появляются на свет? Да я вам сейчас покажу. Петарда в педарде. Блин, да чувак себе натурально жопу воспламенил. Если его целью было обретение второй дыры промеж ягодиц, то теперь его уже наверняка можно с этим поздравить. Хотя, судя по выражению его удивленных щей, чел натурально не ожидал такого поворотика. Ну да, засунуть зажженную петарду по самые помидоры, в самом деле, что могло пойти не так? Великолепный план, Уолтер. Просто... С другой стороны, ну хрен ли ты тут поделаешь? Снега ведь не выпало, втыкать петарду некуда. Вот чел и решил спасти праздник ценой собственной жопы. Новый год — время волшебства. В любом случае, стоит признать, что с технической стороны план-то был хорошим. Ну, в смысле, хорошим для людей в определенных кругах. Какой я гей? Я работаю. Но вот моментик с разбрызгиванием раскаленных искр по оголенной пятой точке парень явно не предусмотрел. Пусть сегодняшняя ночь и праздничная, но, увы, далеко не для всех. Например, кому-то завтра на работу, и вот специально для них следующий видос. I want sleep. Чё орёте? I want sleep, идите. Там идите, орите. Нормально он там на инглише шпарит. Сразу видно, человек полиглот. I want sleep, идите. Невероятно. А знает английский? Правда, боюсь, ребята снизу могут не внять всю глубину русского акцента. И потому для продолжения конструктивного диалога им потребуется переводчик. I want sleep, идите.
Fuck off. В любом случае, надо отдать парню должное. Он пошел по мирному пути переговоров. В отличие от некоторых. Лови аптечку. Только вот все равно грубовато вышло. Русский язык ведь такой могучий и необъятный. Ну разве нельзя было получше словечек подобрать? С просьбой хочу обратиться небольшой, чисто по-человечески. I want sleep, идите... Самое главное, чтобы среди людей внизу не оказалось человека, знающего русский. А то придется оператору встречать гостей вместе с их глубочайшими извинениями. Ну что ж, дамы и господа, спасибо вам большое за просмотр, счастливого вам Нового года. Я желаю вам, чтобы 2021 год искупил все грехи 2020-го, чтобы было гораздо больше отличного и хорошего и приятного. Вот, в общем, с Новым годом. Это был Плюс 100-500. Меня зовут Максим. Пока. Merry Christmas!